Всем привет. Итак, мы в Словении. Сегодня сыграем первый матч второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ. Старт в Еврокубках этого сезона. Сыграем с Рыбницей вот в этом вот зале. Ждем хорошую игру от нашей команды. Вперед, СКА! Сегодняшний матч 33-33, но ничего еще не решено. Через неделю в Минске ответная игра. Приходите поддержать команду 13 числа, 13 октября, в Дворце спорта Уручья, 17:00. Приходите вместе, мы сможем победить.